Всем привет! Сейчас я вам покажу, как сделать загрузочную флешку Windows 10. У меня вот такая флешка на 8 ГБ будет, она у меня загрузочная. Вставляем в комп. Заходим в мой компьютер. Да, вот она появилась. Все супер, в автопуске. Так, заходим там, где вы скачивали или скачаете, или есть скачанная у вас Ultra ISO и Windows 10. Устанавливаем Ultra ISO. Кстати, у меня установлено уже. Далее, Windows. Тут будет Ultra ISO. Открываем. Пропуска. Записать образ диска. Да. Так, здесь она уже вот отобразилась у меня. Форматируем. Форматируем в файловой системе NTFS. Начать. Да. Готово. Закрыть. Записать. Да. Все, пошла загрузка. Идет загрузка. Все супер. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.